Вода причинила немалый ущерб некоторым бизнесменам Актау. Правда, там виновата уже не стихия, а рядовой прорыв трубы. Авария произошла возле торгового комплекса, в итоге затопила помещение в супермаркете и спортивной школе. А еще пострадал ресторан. В считанные часы он превратился в бассейн. Воды там было по пояс. Ничего не сделали, развернулись и уехали. Владелец ресторана Кристина Гулиева обнаружила потоп ранним утром. Заведение практически полностью оказалось под водой, рассказывает бизнесвумен. О ситуации она сообщила в дежурную службу коммунальной компании, но помощь прибыла не сразу. На месте аварии мобильная бригада была лишь спустя несколько часов, уверяет женщина. За это время и произошло основное затопление помещений торгового комплекса. Порыв на трубопровод, питьевой воды специалисты устранили, однако предпринимательница настаивает на возмещении убытков. С жалобой она намерена обратиться в суд. Они не предпринимали никаких действий примерно где-то 5 часов. За это время затопило вообще полностью весь ресторан. То есть воды было примерно по пояс. Претензии к ТВСу, потому что не предпринимают никаких действий. Вообще полное безразличие со стороны сотрудников, халатность. Из года в год мы терпим от них ущерб и не предпринимается вообще ничего. Мы будем подавать в суд. Авария произошла на нашей трассе. Мы ее отключили. А то, что затопил помещение, это ответственность ТВС не несет. Строительные нормы соответствующие должен быть. А если вода туда все-таки попал, подвальные помещения, это уже их не ответственность. А то, что порыв, это моя ответственность. А порыв был от здания 20-30 метров.